На границе станции с чьей-то доброй санкцией железнодорожная будочка стоит. Время довоенное и послевоенное, мрачное, голодное в памяти хранит. В это время скорбное стрелочник с женою и сыном проживал. И отец о будущем в своем сердце любящем, о прекрасном, радостном для сынка мечтал. Время было бедное, то послевоенное. Испытания тяжкие допускал им Бог. Клин земли под грядкую, штаники с оплаткою, да отцовский скудный хлебушка паёк. Так и жили с краешку. Мать была хозяюшкой, а отец на станции службу свою нес. Ожидали лучшего, а дождались худшего. Ожидали радости, а дождались слез. Смена шла обычная. За года привычно уж стрелочник участок свой утром обходил. По лугам некошенным, по хозяйствам брошенным, по земле израненной след его скользил. Тихо поднималась, словно улыбалась, ласковое солнышко, голубой простор. В это утро росное, грохоча колесами, в направлении к станции товарняк пришел. А за ним стремительный, пассажирский, литерный запросился издали на свободный ход. И движением правильным стрелку точно ставил он. Но взглянул и обмер вдруг, и стеснила грудь. Там, напротив домика, махонький и тоненький сын помежду рельсами в камушки играл. Их надежда в старости, счастье их и радость их смерти надвигавшейся в игре не замечал. «Что же делать, Боже мой? Уходи, сыночек мой!» Мысль мелькнула, может быть, стрелку повернуть. Но тогда крушение, гибель, разрушение, и окончен будет сотен жизней путь. Добежать нет времени. И отец уверенно, зубы сжав, дал литеру на свободный ход. Массою грохочущей, сыну смерть пророчащей, не снижая скорости, надвигался тот. Машинист отчаянно на ходу кричал ему, в ужасе расширились у него глаза. Время бег замедлило. По щекам обветренным у отца несчастного поползла слеза. Посидевший, сгорбленный, шел шагами скорбными тихо к месту гибели своего сынка. Простонал там: «Сынушка, что же ты, кровинушка?» В стоне том несметная слышалась тоска. А вдали, на станции, точно в вечном странстве, жизнь текла вокзальная, пестрой суете. Там, из пассажирского, у платформ застывшего, люди, выходившие, растеклись в толпе. Лишь потом, со временем, шли с благодарением к месту их спасения и несли цветы. Парадокс не мелочный. Сына отдал стрелочник, чтобы жизни многие от беды спасти. Потеряв отечество, поиск человечества, катастрофе, гибели, вечный быстро шел. Но, любя творение, Бог без промедления на пути спасения стрелки перевел. Там Голгофа высится, смерть Иисуса близится, многомиллионного тяжестью греха. Вот он, окровавленный и толпой раздавленный, прошептал: «Свершилось!» И потряс века. Но не снизив скорости, не убавив гордости, по транзиту к вечности
мчится шар земной. Только те, пришедшие, как цветы взошедшие, у креста Голгофского расцвели душой. Сердце благодарное не забудет ран его, не забудет подвига Бога и Отца. И несут Спасителю пассажиры-жители поезда Вселенского души и сердца. Аминь.